в этот день очень приятно, когда все мы, единоверцы, собрались и отмечаем совместный наш ифтар, который мы называем по-ногайски «Аузашар». Это большая радость, что в последние дни Рамадана мы находим время отойти от своей работы, от суеты, собраться здесь и вспомнить друг друга и говорить о милости Всевышнего, о тех делах, которые благодатный месяц Рамазан нам удалось сделать со своими друзьями, единомышленниками и братьями. Пусть Всевышний Аллах примет наш пост, пусть все дела, помыслы, наш ният в этот священный месяц Рамазан Всевышний Аллах по милости своей и благодати принял и дал нам здоровье, счастье, благополучие и крепкую веру.